Эта дата выбрана не случайно, ведь именно Смоленщина одной из первых приняла всю тяжесть наступления машины вермахта. В течение двух месяцев, с 10 июля по 10 сентября 1941 года, здесь шли ожесточенные бои. Поэтому сотрудники музея решили провести акцию, в которой участвовали дети из лагеря Дома детского творчества. Они считают важным, чтобы дети знали и помнили историю своей страны. Это день памяти и скорби. Очень, конечно, вообще не должно быть такого. Всегда должно быть мирное небо над головой. В первую очередь, конечно, над нашими детками. Запуская кораблики с надписью «Я помню», ребята почтили бойцов и командиров Красной Армии, погибших на полях сражений. Мы пришли вспомнить своих погибших дедушек, бабушек на Великой Отечественной войне, которая началась в 4 часа утра 22 июня. Мы сюда пришли, чтобы вспомнить погибших, которые отдали за себя и свои жизни за нас. Мне кажется, это то, что мы не можем передать погибшим бойцам, мы должны отдавать как бы корабликами, голубями, чтобы именно вот эти вот символы долетели до их душ, которые уже там. Высоко. Каждый кораблик, запущенный в воду, символизировал послание от детского сердца сердцу солдата. Плывя по глади воды, они обязательно достигнут своей цели.